Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова и мой канал «Заработок в интернете». Кто не подписался, подписываемся. А у меня сегодня проект новый без вложений. Значит, сейчас зайду. Так вот он выглядит, называется StarWay. Значит, StarWay — заработок без вложений, 3 вида бонусов на вывод, серфинг, реклама. Значит, наподобие букса. Это, скорее всего, букс. Значит, что здесь у нас? Ну, то так вот он выглядит. Здесь уже сами прочтете, да? Что у нас так? Ну, здесь у нас, как начать зарабатывать. Получаете щедрые бонусы и выводите на свой кошелек Payeer без вложений. Просматривайте рекламу и получайте деньги. Зарабатывайте дивиденды на акциях проекта. Тут и дивиденды, и акции, и все на свете. Так, партнерская программа. 3 уровня у нас здесь. 7, 5, 3%. Так, серфинг сайтов. Ну, сейчас перейдем в кабинет и более подробно ознакомимся. Значит, регистрация простая. Логин, имейл, пароль. Вход по имейлу и паролю. Я зайду в аккаунт. Значит, так выглядит наш профиль, как бы наша информационная страничка. Так, я пополнила, сюда закинула 50 рублей. Объясню сейчас почему. Давайте все по порядочку сейчас и пойдем. Значит, обратите внимание, баланс на покупке вот у меня 0, но у меня пополнено 50 рублей. Значит, баланс на вывод — я только что зарегистрировалась и вот делюсь с вами. Как бы на вывод я еще не проверяла. Но по статистике показывает, что выплаты идут, все замечательно работает. И по отзывам. Значит, деньгопад. Вот сюда я и закинула денежку. 50 рублей. Значит, смотрите. Если кто захочет сюда зайти, вот и в этот деньгопад. Вот. Значит, что он нам тут предлагает? Приобретая место в системе «Деньгопад» всего за 50 рублей, для вас активируется высокодоходная 7-уровневая партнерская программа. Далее ознакомитесь. Не буду затягивать видео. И я сюда закинула 50 рублей. Я не здесь я пополняла, а вот здесь нажала «Оплатить». Меня перебросило на платежную систему Payeer. И там по схеме уже действует. Так, значит, и я еще ничего не активировала. Вот у меня 50 рублей. Буду в режиме онлайн все активировать. Нажимаю «Активировать». Так, успешно активировали аккаунт. Все, я приобрела. Вот. Так, это я приобрела. Так, далее, что у нас здесь? Партнеры. И здесь ваши партнеры. Первый уровень, второй. Вот у меня 7 уровней в глубину открылась как бы партнерская программа. А так партнерка идет, как я уже сказала, 7, 5, сколько там, 3% вроде. Далее, есть серфинг. Просмотр серфинга идет тоже на вывод. И также можно добавлять свою ссылочку и рекламировать проекты, так как в обычном буксе. Так, ну серфинг все знают, как просматривать. Значит, здесь есть серфинг VIP. VIP-серфинг могут просматривать пользователи, которые проплатились не менее чем на 50 рублей. Это мы, так, это понятно. Обычный серфинг смотрят все, а серфинг только проплаченные пользователи. Значит, то точно так же можно добавить свою ссылочку. И что здесь он нам дает? Так. Значит, получайте деньги за просмотр сайта, приобретайте сайт рекламы. Так. Сейчас я хотела, что вам сказать. Здесь идет, знаете что? Здесь не менее. Так, а вот серфинг, он здесь дорогой, понимаете? Ну, точка по 14 копеек. VIP-серфинг. Как бы для пользователей хороший заработок, а для
рекламодателей, ну, лицевая аудитория, да, типа того. Так, с этим понятно, разобрались. Так, акции проекта еще есть. Это все по желанию проплачивать. Здесь вот на серфинге работаем без вложений плюс бонусы. Значит, акции. Здесь вы можете покупать акции разной стоимости. Так. Значит, акции. Самая дешевая акция 10 рублей. Приносит вам 6 дивидендов в час. Так. Ну, здесь указываем количество и купить. Ну, как я понимаю, надо сначала вот уже здесь пополнить баланс. Я еще ничего пока не пополняла. Вот. Чтобы акции, да, нам приносили доход. Так. От 10 и сам далее, что 50, 100, 250 и 500. Самая дорогая. Так, акции. А здесь потом, когда у нас мы купим, они нам будут приносить доход. Значит, здесь мы будем продавать акции, продажа акций. И снять дивиденды с бухгалтерии. Нажимаем, денежка идет 1% на баланс для покупок и 99% на вывод. С этим понятно. Так, акции сказала, где продажа сказала. Есть лотерея. Ну, я в лотерее не участвую. Есть конкурсы. Так. А конкурсы. Тоже с этим можно как бы, да, ознакомиться. Значит, конкурс проводится 7 сентября. Кстати, про старт проекта хотела сказать. Старт проекта был 7 сентября. 8-9, вот, ну, почти сколько тут? 2-3 дня, 2,5. Значит, первое место 500 рублей, второе 300, третье 200. Значит, здесь учитываются только активные рефералы, которые зарегистрировались после запуска. Ну, сами прочтете и посмотрите. Так, возвращаюсь в аккаунт. Далее, так, конкурсы. Здесь рефералы. Находится наша партнерская ссылочка и баннер. Вот здесь сразу партнерская ссылочка будет ваша. А ниже приведены баннеры. Так, есть чат онлайн. Можно общаться. Так. Мониторинг далее. Вот чат, здесь админ присутствует. Так. Так, мониторинг и настройки. В настройках мы прописываем пэйр. Ну, можно пароль поменять, как всегда. Значит, что? Так. Нужно сначала привязать кошелек Payr. Привязываем кошелек Payr и платежный пароль. Понимаете? Ну, видите, так, повторите. Ну, два раза. И что? Не использовать простых паролей, таких как 111, ну, нули, ну, такие, да? Вот так уж, ну это все нормально, все по-взрослому. Так, настройки сказала. И бонусы. Каждый бонус 12 часов. Здесь 3 бонуса. Бонус раз в 6 часов, 12 часов и раз в 24 часа. Значит, клюкаем по баннеру. Возвращаемся в аккаунт. Нажимаем получить бонус. Так. Так, на ваш счет для покупок зачислена 1 копейка. Так, один я получила. Теперь еще один бонус. Видите, здесь опечатка как бы. Получаем еще один бонус. Так, а я уже... Так, этот я получила, значит, вот это, да? Ага, вы уже получали бонус за 12 часов. Так, значит, вот этот тогда. Так, здесь, чтобы получить бонус, нажмите на ссылку вверху сайта. А ссылочки нету. Ну ладно, это потом будем разбираться.
Так, и бонус каждые 24 часа. Опять нажимаем на баннер. Возвращаемся. Нажимаем получить бонус. Так, и еще копейку начислили. Вот такой вот проект. Кому интересно, без вложений присоединяемся. Зарабатываем. Ну а что будет, когда придет время выводить? Будем пробовать выводить. Естественно. Как я поняла, минимальный вывод от 1 рубля. Так. Знаете, настройки, выход, список бонусов. И что я еще хотела? Так, статистика. Вот статистику надо посмотреть. Потому что здесь уже как бы и пополнение. Последние 10 выплат. Так. Вот и 2 идут выплаты. Так. Далее в статистике уже сами тут посмотрите. Последние 10 активаций. Так. Далее регистрации 10. Так. Ага, вот мой логин. Я вот как раз как бы только что вот зарегистрировалась и делаю видео. Далее топ-10 выплат. Так. Ну, здесь сами уже все это можно просмотреть. Ну, в принципе, все. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, присоединяемся. Ну, будем зарабатывать. Потом буду делать видеообзор по выводу. До новых встреч!